Привет, Страж! С тобой снова канал Triple Vibe, и снова еще одна пушка из первой части Destiny попала в мир Destiny 2. Торн. В русской версии он называется Шип, но мне привычнее называть именно Торн, как и большинству старичков. Появился револьвер 12 марта. Был квест, мы его уже разобрали на канале вот в этом видео, после я старался бегать с револьвером на этой неделе как можно чаще, чтобы дать затем объективную оценку, поделиться впечатлениями от этой пушки, и пожалуй, раз это видео на канале, значит я готов поделиться какими-то мыслями. Давайте, как всегда, начнем с базовых вещей. Чем хорош этот экзот, если мы глянем на перки? Главный – метка пожирателя. Снаряды пробивают цели насквозь и наносят продолжительный урон. После убийства остаются сущности. Пробитых насквозь врагов вы будете замечать, пожалуй, в ПВЕ. Стреляя в свору каких-нибудь мелких паразитов, улья или падших, можно заметить, как одной пулей вы убиваете сразу несколько врагов. Продолжительный урон – это яд. Визитная карточка револьвера. После того, как вы попали по цели, яд начинает наносить небольшой урон в течение 2 секунд, что довольно полезно, но не является решающим фактором зачастую, поговорим об этом позже. Второй особый перк – поглотитель душ. После убийства врагов остаются вот такие вот зеленые сферы, они притягиваются к стражу, если вы находитесь недалеко, но вообще их нужно подбирать. Подобрав такую сущность, вы усилите яд и перезарядите часть магазина. Яд усиливается на 6 секунд, урон от самого оружия при этом никак не меняется. Из стандартных перков – рифленая рукоятка, высокоточные боеприпасы и спиральные нарезы. Скорострельность этого револьвера – 150 выстрелов в минуту. А что это значит? А правильно, значит и этот револьвер идет мимо меты на консолях прямиком в арсенал ПК-игрока. Я бы мог опять пострелять по стенам. Опять рассказать про то, что отдача на некоторых типах револьверов работает через одно место, но повторяться не хочу. Многие игроки, куда более опытные и авторитетные, чем я, пишут об этом, говорят об этом на свою аудиторию, и я надеюсь, что хоть их мнению прислушаются. И в горниле на консолях мы увидим хоть какие-то еще револьверы, кроме лунного воя или в памяти навсегда. Но вы не подумайте, Торн неплох, с ним вполне себе можно играть. Убийство с него прилетает за 3 выстрела в голову. На ПК такого рода револьверы, пиковый туз, например, работают на ура, но опять же, у туза и урона больше, и расстояние кроет он лучше. Что же до моего опыта игры с шипом? В горниле очень так себе, повторюсь. Мета на консолях сейчас револьверы 180 RPM. Что выше, уже сложнее в обращении. В состязательном плейлисте, в принципе, никто их брать не станет. Там даже Last Word не возьмут. Мета есть мета. И это грустно, в этом и беда. Долгожданные револьверы идут мимо игроков из первой части, именно на той платформе, на которой они эти пушки и полюбили. Вообще, к команде Горнила есть много вопросов, может стоит порассуждать об этом в отдельном видео, пишите в комментариях, интересно ли было послушать такое. Запас магазина всего в 9 патронов тоже огорчает, перезаряжаться приходится часто, а перезарядка здесь медленная. Неужели вам нужно ставить мод на ускорение перезарядки сюда? Кроме всего прочего, любой урон с шипа по противнику по факту позволит отслеживать его перемещение на короткий промежуток времени, благодаря этим самым меткам от яда. Такой бич-трекинг волхак. Давайте заценим цифры, а потом перейдем к ПВЕ. Итак, урон в тело без всяких бафов 43 единицы плюс 4 дота от яда, который наносит по минус 2 единицы. Урон в голову 68 единиц и все те же 4 дота по минус 2. При показателе стойкости больше 6 единиц убить за 2 тапа в голову и 1 в тело не выйдет, а при показателе ниже этого будет достаточно. Что меняется с бафом, который мы получаем от подбора сущностей? Доты от яда наносят по минус 7 единиц. Урон от самого выстрела ни в голову, ни в тело не меняется, как и количество этих самых дотов. По факту, для убийства в тело нужно сделать аж 5 выстрелов без бафа и вне зависимости от его наличия 3 в голову. За 2 тапа в голову револьвер убьет только с бафом и только того бедолагу, который пошел в горнило с показателем стойкости 5 или меньше 5, чего делать ой как не рекомендуется. Но правды ради, ни один револьвер на 150 RPM не убивает за 2 тапа в голову и 1 тело. Тут полностью заслуга яда.
теперь пара слов о ПВЕ. Никогда не думал, что скажу такое. Но в ПВЕ Торн очень хорош, по большей части благодаря нововведению с подбором сущностей. Такого не было в первой части, и теперь этот бонус очень выручает. При зачистке мобов, при прохождении почти любых ПВЕ активностей, пожалуй, только в рейд не бери его, можно просто-таки напролом врываться. Револьвер постоянно будет получать баф от сущностей, наносить больше урона, да и перезаряжаться ему почти не придется. Плюс периодический урон от яда еще и будет мешать восстанавливать здоровье или щиты каким-нибудь особо жирным капитанам падших или рыцарям, что тоже значительно упрощает зачистку. Проблема только в том, что это все же экзотик. А в ПВЕ мы привыкли брать катушку или 1000 голосов, третий слот. Слот под экзот забивать Торном довольно спорное решение. И да, плюс ко всему, можно выфармить страницы лора про Торн, играя с ним в ПВЕ. Всего-то 600 киллов на одну страницу. Неплохо, да? В общем, что в итоге? Шип – хороший револьвер. Отлично работает в ПВЕ. Отлично работает в ПВП, но в поправке на платформу. И на мету. На ПК он все же уступит пиковому тузу, на консоли уступает любому револьверу со скорострельностью 180 выстрелов в минуту. Безусловно, своего фаната он найдет, но стать повальной метой у Торна выйдет едва ли. А как тебе, новоиспеченный шип? Успел получить? Успел потестить? Пиши свое мнение в комментариях. Ну а у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Не забудь поставить лайк, подписаться на канал, если все еще этого не сделал. Увидимся в следующих роликах. Счастливо! Сейчас, ребят, еще одну пушку из первой части принесу.